Не знаете, чем заняться летом в Подмосковье? Я уже позаботилась о вас. И уже по традиции прямо сейчас расскажу вам о предстоящих мероприятиях. Начну с этих выходных. В эту субботу, 13 июля, в парке Захарова можно будет посетить экскурсию «Пушкинская Захарова», которая начнется в 12 часов. А в 12:30 вас будут ждать познавательно-развлекательные программы и различные мастер-классы. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной будет проходить большой этнофест. Там вы увидите большой концерт, квест и закончится все хороводом. А в парке Малевича в 2 часа можно будет бесплатно покататься на велосипедах, а в 16:30 посетить большую фотоэкскурсию под названием «Причем здесь Малевич?». В городском парке Звенигорода в 2 часа можно будет посетить детскую анимационную программу, а в 3 часа начнется творческий мастер-класс. То же самое вас будет ждать и в парке Раздолье, только программа начнется с 10 часов. Различные мастер-классы и познавательно-развлекательные программы. Приходите с детками, вход свободный, будет очень весело. А это воскресенье обещает быть спортивным. В парке Малевича в 9 часов начинается тренировка йога на завтрак, а в 10 – здоровая спина. В парке Раздолье в 9:30 можно будет бесплатно позаниматься бегом и поделать упражнения общей физической подготовки. А в парке Раздолье развлекательная программа будет идти целый день. Мастер-классы, литературные игры и духовой оркестр. Но это еще не все. Поэтому приходите в парки и наслаждайтесь летом. Ну а на этом все. Заряжайтесь позитивной энергией. Приходите в парки и наслаждайтесь летом. С вами была Лада Дудко. До встречи на ОТВ.